Хочу поздравить всех жителей Ульяновской области с наступающим 2017 годом. Хочу пожелать всем успехов, как министр экономики, как представитель экономической дисциплины, там, доктор экономических наук. Я бы хотел пожелать успехов в первую очередь в экономике, но здесь, наверное, такое нетривиальное поздравление. Хочу пожелать успехов каждому жителю в своей экономике, в своей семейной экономике, чтобы все было нормально. А правительство пусть отвечает за экономику в целом Ульяновской области, мы тоже постараемся население не разочаровать.